Здравствуйте! С вами Нестерович Екатерина, и это новости in Poland. Сегодня в выпуске вы увидите, как прошла очередная акция в поддержку граждан Беларуси, культовые космические корабли во Вроцлаве. Успейте увидеть и насладиться фонтанным шоу во Вроцлаве. Они такие разные, но их объединяет Вроцлав. Насколько вырастет минимальная заработная плата во Вроцлаве? Оставайтесь с нами и узнаете об этом первыми. В этом году в Польше празднуется 40-летие подписания августовских соглашений и создания солидарности. Движение, которое вызвало большие изменения в Польше. И сегодня в Беларуси мы видим такое же пробуждение, как 40 лет назад в Польше. После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа продолжаются мирные акции протеста против фальсифицированных выборов. Активистов вынуждают покинуть свою страну. Белорусы, живущие во Вроцлаве, также выступили в защиту белорусской демократии. В воскресенье, 13 сентября, на центральной рыночной площади прошла очередная акция солидарности с Беларусью, организованная фондом «За вашу и нашу свободу. Беларусы и город Вроцлав». На данной акции присутствовал президент города Вроцлава Яцек Сутрик. По его словам, Вроцлав – многонациональный город, город солидарности. Сегодня мы не только вспоминаем солидарность, отмечающую свое 40-летие, но и показываем его белорусам. Вы являетесь частью сообщества Вроцлава. Вроцлав – это ваш дом. Также он добавил: «Я бы хотел, чтобы эта борьба за свободную Беларусь была как можно короче». Во время акции участники читали стихи, танцевали хоровод, пели песни в знак солидарности с белорусами, борющиеся за свободную Беларусь. Также передали поддержку и гордость актерам Национального академического театра имени Янки Купала и его директору Павлу Латушко. Ведущий театр Беларуси переживает сейчас тяжелые времена. Актеры и режиссер покинули театр в знак протеста. 14 сентября театр отмечал свое столетие. Кроме того, во время акции президенту Вроцлава был вручен белорусский флаг, а актеры театра «Капитоль» исполнили песню Яцка Качмаскего «Муры». Сегодня эту песню поют тысячи людей на демонстрации в Минске и других городах страны. После демонстрации президент города назначил свое доверенное лицо по делам белорусов во Вроцлаве. «Звездные войны» — медиафраншиза в жанре космическая опера, включающая в себя 11 художественных фильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной «Звездных войн», задуманной и реализованной американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 70-х годов и позднее расширенной. «Звездные войны» — кинематографический феномен, на котором воспитаны несколько поколений. Сага радует и больших, и маленьких. Поэтому для всех поклонников самой популярной звездной саги есть приятная новость. С 1 по 22 сентября в торговом центре «Магнолия» будет происходить выставка «Звездный флот». На ней вы можете увидеть различные уникальные экспонаты из фильмов «Звездные войны», начиная от культовых космических кораблей, используемых героем в фильмах, до самих моделей персонажей или даже локаций, известных из саги. В целом, на данной выставке представлены 24 модели разного масштаба. Эта выставка, вдохновленная вековой борьбой джедаев-ситхами, предназначена как для юных поклонников «Звездных войн», так и для взрослых, которые помнят времена новой надежды. Это отличная возможность обменяться воспоминаниями, связанных с фильмами, или вспомнить интересные истории персонажей. Не обязательно быть фанатом этой космической серии, чтобы оценить точность, с которой были созданы модели машин, персонажей или локаций. Все модели, которые вы увидите на этой уникальной выставке, изготовлены в различных масштабах польскими фанатами «Звездных войн». Некоторые из них впечатляют и достигают размеров до 4 метров.
Создание таких точных моделей не только занимало много времени, но и требовало большой точности. Стоит приехать, посмотреть выставку и переместиться в созданный Джорджем Лукасом мир, где идет вечная борьба между добром и злом. Полюбоваться экспозицией можно при входе с улицы Лигницка в торговый центр «Магнолия» в часы работы центра. Вход на выставку бесплатный. Мультимедийные фонтаны Вроцлава – самые большие в Польше и одни из крупнейших в Европе. Его торжественное открытие состоялось 4 июня 2009 года по случаю 20-летия первых свободных выборов в послевоенной Польше. Мультимедийный фонтан расположен в живописном парке Щетницких и непосредственной близости от зала столетия. Его площадь составляет около 1 гектара. В фонтане установлено почти 300 форсунок, из которых вытекает вода в виде гейзеров, туманов, пен на высоту до 40 метров. Таким образом, создается огромный водный экран, на котором отображается визуализация с сопровождением музыки и лазерных эффектов. Шоу фонтанов проходит с апреля и до конца октября. Водное шоу сопровождается классической, современной и поп-музыкой. Водное представление синхронизировано с тщательно подобранной музыкой, эффектным освещением и мультимедийной анимацией, производит потрясающее художественное впечатление. В предыдущие года, в выходные и праздничные дни, была возможность полюбоваться особым шоу фонтанов, но, к сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и с соответствием с рекомендациями Госсанэпиднадзором, такой возможности сейчас не предоставляется. Однако дневные шоу можно смотреть каждый день, каждый час, начиная с 10 утра и заканчивая последним представлением в 9 вечера. Продолжительность одного из показов может длиться от 4 до 20 минут. Также в непосредственной близости от Вроцлавских фонтан находится японский сад и остальная часть Щетницкого парка. Успейте увидеть и насладиться таким прекрасным шоу. Они говорят на разных языках. Они происходят из разных стран и культур. У них разные традиции. Это туристы, сотрудники компаний, курьеры или студенты по обмену. Мы видим их каждый день на улице. Но что мы знаем о них на самом деле? Почему они приехали в Польшу? Почему они выбрали Вроцлав местом своей жизни? 13 сентября улица Кузницкая засияла красками мультикультурного Вроцлава благодаря второму выпуску проекта «Улицы диалога». Это проект, направленный на построение межкультурного диалога в городском пространстве. В ходе мероприятия лидеры диалога пригласили жителей Вроцлава к неформальной беседе. Во время этого разговора жители получили возможность познакомиться с представителями меньшинств, проживающих во Вроцлаве, их культурой и традициями, и проверить стереотипы и предрассудки с реальностью. Во время второго выпуска проекта была возможность встретиться и поговорить с людьми из Сирии, Тайваня, Кении, США, России, Индии, Колумбии, Алжира и Узбекистана. Участие в мероприятии было совершенно бесплатным, и ранее регистрации не требовалось. Беседы во время мероприятия проводились индивидуально или в группах на польском и английском языках. Организаторы обеспечили лингвистический перевод. Также индийская танцевальная группа «India Beats» выступила в рамках встречи. Данное мероприятие было организовано Ассоциацией социального разнообразия «Апдейт» и Региональным центром поддержки неправительственных инициатив. А теперь о приятных новостях. 1 января 2021 года минимальная заработная плата повысится на 200 злотых и будет составлять 2800 злотых. Минимальная часовая плата будет составлять 18 злотых и 30 грош. На данный момент минимальная заработная плата составляет 2600 злотых, а часовая – 17 злотых. Это были новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий.